Alright, so we are talking about present perfect. И условно present perfect мы на два значения разделили. Present perfect это когда у нас? Скажи, пожалуйста. Present perfect это время, действие в котором произошло в прошлом, закончилось. Нету катания на время, но есть опыт или результат. Ну да, замечательно. Ну вот, это вот первое значение, как бы present perfect. Please read the sentence and translate the sentence. I have lost my keys. Translate. Я потерял свои ключи. Oh yes. Какой результат? Ты потеряла их в прошлом? Сказано здесь, когда ты их потеряла? Нет. Нет. А какой результат? Отрицательный. Ну да. Есть результат, мы его чувствуем. Это вот первое. Но ты перевела прошедшим временем на русский язык. И, условно говоря, для этого первого значения какие мы флажки используем часто очень? Already, yet, just, ever, never. Good. Ну, например, please read the question. Have you ever been to Russia? Translate. Ты когда-нибудь была в России? Nice, very nice. Когда-нибудь была в России, то есть... А если она была, то какой она до нас результат может донести? Рассказать нам что-то. Замечательно. Большая страна очень. Очень красивая страна. Окей. Живут хорошие люди. Окей. Но если не была, то не была, значит ничего не расскажет. Окей. Это результат. И теперь мы... Немножко по-другому формулируем второе значение. Present perfect to. Это как? Это ну, это время действия, в котором произошло в прошлом. Началось в прошлом до настоящего. Продолжается до настоящего момента, включая его. Включая его. И вот эти примерчики, давай. I've been to Italy since Monday. Translate. Я нахожусь в Италии с понедельника. Понедельника. И since мы всегда можем эту точечку переиграть. То есть она там с понедельника. What day is it today? What day is it today? Yes, please answer the question. Is it Monday today, Tuesday, Wednesday? What day is it today? Day of the week? Thursday. Today is Thursday. Тогда считай, пожалуйста, и пальцы открывай количество дней, сколько она в Италии. Start Monday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Thursday. Значит, сколько, если она... С понедельника гостит в Италии. I've been to Italy for 4 days. I've been to Italy for 4 days. Please translate. Я нахожусь в Италии 4 дня. Wonderful. Началось в понедельник, она и там и во вторник, и в среду, все продолжается. И сейчас она в Италии или уехала уже? В Италии. Действие продолжается, включая настоящий момент. Сегодня четверг, она в Италии. Продолжается. Но здесь еще надо ребятам сказать, что на русский язык present perfect to переводится каким русским временем? У нас в русском языке сколько времен? 3. Какие? Прошедшее, настоящее, будущее. Ну вот это на каким русским переводится, вот эти два?
Настоящее. Вот это очень большой момент. Present perfect, но переводится настоящим. А вот это present perfect переводится каким на русский язык временем? Это прошедшее. Окей. Ну вот такие у нас очень сложные вариации. Мы здесь пока поставим точечку и будем дальше сейчас продолжать.